Здравствуйте, это КПХ Герифорд. Вот сейчас хотел показать вам, готовим корм Синаж, на котором у нас коровы хорошо доятся. Смотрите, вот это овес, видите, как выглядит в Синаже. Ну, он был восковой уже, наверное, молочно-восковой спелости. Вот что, сейчас я попробую зерно раздавить, что здесь получается. Ну, оно ферментированное все равно, конечно. Вот. Ну, короче, вот такой овес. Он, видите, даже зеленоватый немножко видно, что он зеленоватый. Ну и, естественно, горох. Видите, горошины видны. Вот на этом корме у нас несколько голов, по-моему, 5 голов, дают по 40 литров в день молока. Ну, остальные, исходя из их периода лактации, времени лактации. То есть, в принципе, плюс сюда еще размол зерна, около 400 килограмм, на 2 рулона. Два рулона здесь измельчаются сейчас, один гороха, один овса, каждый весом около 600 килограмм, наверное. Вот. Сюда же 400 килограмм зерна размеленного и где-то килограмм 20-30, наверное, все-таки шрота. Вроде бы, как сказали, с протеином 40%. Ну, плюс соль и плюс 3 кальций фосфат. Вот такая вот пропорция и такие вот результаты. Так что вот вам говорю, как есть, показываю, как есть. Все это измельчается в кормораздатчике сейчас. И вот еще немножко измельчится, и я это все раздам. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ну, горошины, вот видите, вот они, вот они. Вот. Это уже горох, ну, он ферментированный, он мягкий. Вот если я сейчас горошину возьму, смотрите, вот она раздавливается, как будто бы он вареный, понимаете, вот такое впечатление. Вот, поэтому, ну, что-то из этой горошины, конечно, усвоится корове.